Друзья, всем привет! Мы стоим сегодня на Киевском вокзале, на площади Киевского вокзала. Ориентир вот торговый центр. Вот на этой парковке. Вот он сам вокзал. Чуть дальше. Вот он торговый центр. Вот машина. Я вас жду с 12 до 3. Только сделала. Здравствуйте. Первая постоянная помощница. Может, я открою, да? Вот две больших сумки. Спасибо большое. Все, спасибо огромное. Ага, до свидания. Вам помочь? Не вспомни, здравствуйте. Это я так ела. Солнышко, ну не надо. Здравствуйте. Не надо меня. Отлично. Помощники наши приехали. Здрасте. Я вижу, почему. Я смотрю. Маша приехала, привезла свои подарки для питомцев приюта «Лохматая душа». Но сама, как обычно, на Киевский не может со мной ехать. Да, у меня другие вот планы сегодня. Вот ее подарки. Тут и котятам. Кучка корма. И щенятам. И котятам. И большим нашим старичкам. Влажный корм. Что у нас, да, зубками, да, да, больными. Спасибо большое. Все, грузим в машину и еду на Киевский. Здравствуйте. Это другое место. Ой, этих мест. Можете помочь? Да, конечно. Едят кошки? Едят, конечно. Да. Но пока нам влажный корм не нужен. Не только нужен? Еда. Открыть? Здравствуйте. Сейчас я вот эту надпись сниму. Ага. Я просто боюсь, что я сейчас открою, все вывалится. Поэтому мне проще отсюда прям... И дети все, приобщаются. Все запихнуть. Ну, да. И мешки для все, да, щенков давай, привезли. Давай. Отлично. Спасибо, я девочки. Открою, мне все вывалится. Большое. Поэтому я отсюда как бы туда пропихиваю, да, чтобы это... Там уже ж мы напихали. Давай, сейчас я, сейчас я тебе помогу. Туда. Так, бутылку поставь. Вот какая юная помощница. Медведь. Растет новое поколение, которое будет явно неравнодушно бездомным животным. Молодец. Но их же 3000. Больше уже. Уже боимся посчитать. Перепись населения. Перепись населения. Да. Боимся, что перевалит за 3000. Ну чего вот в этом месяце уехало? 12 собак. Уехало? 12. Ну, в семью уехали. 12 собак. Это что? А приехали штук 50 щенков. Просил меня. Какие, да, помощники пришли? Давай, один прямо голубоглазый. Помощники пришли. Эй! Эй! Маленький! Боже! Голубые глаза какие! Лиса! Даже глазки посмотри! Хотел сказать. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Ой, ой, как они прямо лилию окружили. Все. Кулек. Смотри, какая красивая голубоглазая. Да, да, ах, да, ты. Да. Покажи, покажи глаза еще. Вот ничего. Ага. Крутится. Такой... Спасибо большое. Вам, а спасибо. Этот пакетик? Это не мой. Помощница. Лиса, лиса. А, это твой иди их сюда. Пакетик. Лиса, иди сюда. Наверное. А у нее, если на нее свет, нужно, чтобы свет светил, тогда видно, что у нее глаза. Лиса, на. Она ось все время крутится, не видно. На, иди сюда. Собака. Они чувствуют там и корм, ой, и собачий, ой, запах. Боже, у них даже шерсть, у них вот шерсть другая, когда они домой попадают, Лиси? Да? Алиси. Те бедолажки сидят в вольерах. Лизка, вот что? Она любит лайки собирать. Она себя очень любит. Да, она да, смотрится, да, в зеркало.
каждую витрину. Это как это так? Каждое зеркало. Очень красиво. Пробегает мимо витрины. Там нужно расслабить вот эту расслабить. Мне? Расслабить нормально. Ага, ну будет. Когда Лиза так вылезет, нужно. Чтобы зацепились. Ага. Красота какая. Собралась уже. Танечка наша приехала уже по второму кругу. И вот девушка приехала, помощь привезли. Сейчас Лилечку отпустила на 3 минуты. Будем грузить. Убирай, убирай тележку. А то тележку поломаем. Так. Ну давай, милая, ты сама. Ой, это уже женщина привезла. Да, и я тут привезла уже. Кучку всего. Если нужна помощь, я перестану снимать. Все нормально. Правда, все так тесно. Вообще места нет на парковке. Вообще. Ни секунды. Вот тут с песиком любимым кто-то. Вообще все забито. Я тут круги наворачивала. Таня, щеночком хороший корм привезла. Да. Ничего, ничего, сейчас я. Давай вот туда закинем. Ну, была акция, почему не воспользоваться? Прошу вас. Следующий. Следующий. Спасибо вам большое, что нашли время приехать и помочь бездомышам. Спасибо большое. Еще раз. И снова здравствуйте. Да. Рада вас видеть. Вы нам подарки привезли. Я очень рада вас видеть. Меня давно не было, да? Да. Все. Пожалуйста. Проходите, загружайте. Да. Здравствуйте, выгружайте все. Самообслуживание. Самостоятельно. Если что не так, мы поправим. Спасибо вам большое. Так, мы приехали, значит, с Киевского, то есть я, мы во множественном числе, вот полная машина у меня, под завязку прям практически, ну хотя можно было еще чего-то сюда впихнуть, вот, вот столько помощи у нас сегодня, спасибо всем огромное, также кто хочет помочь нам вне встреч, под роликами, везде есть наши реквизиты. Спасибо большое. Так, значит, ребят, мы ремонтируем бытовку. Это Александр. Это, значит, сын нашей хозяйки собаки Туси. Так, это у нас сюда пойдет. Да, вот видите, вот наконец-то у нас помощники хоть есть. Все, делаем бытовку. Отлично. Отличный потолок у нас будет, хорошие стены. Вот у нас осталось только покрасить. И клетки у нас тут тоже все будет зашито. Вот так вот все будет новенькое, покрашено. Будет у нас супер. Супер. Спасибо огромное вам. Пожалуйста. Так, друзья, у нас продолжается ремонт 18-й бытовки. А покрасили мы вчера вот два слоя, этого недостаточно. Здесь еще ничего не доделано. Это тоже мы уже покрасили вчера. Все это еще сырое, липнет. Надо будет еще. Сегодня приедет Александр, будет делать у нас электричество, проводку. Вот полностью у нас все тут отключено. Кроме холодильника, конечно, в котором вакцины хранятся. Вот. В общем, еще работы тут предостаточно, но... Мы близимся уже к завершению. Мы сегодня получили подарок от транспортной компании Skiff Cargo. Спасибо им огромное и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Вот один приводил. Давай на стол пока выгрузим. Давай на стол выгрузим. Давай на стол.
Весной в приют приезжала команда молодых людей с подарками. А сейчас одна супружеская пара, Арсений и Анастасия, на свою годовщину подарили машину «Гравия». Вот такая веселая история. Здравствуйте, дорогие наши друзья, соседи. Вот мы приехали. Все, мы доехали. Лебит. Здравствуйте. Район Берлево-Восточная, Южный административный округ. Да, привезли. Вот, ребят, все, как мы вам показывали. Сережа приезжал накануне. Вот, сейчас мы немножечко пройдемся. Мы сначала разгрузимся. Вот. И уже, как говорится, потом немножко сниму еще. Так, очередной корм. Ой, корм, господи, прошу прощения, наполнитель от Елены, нашей постоянной помощницы. Спасибо огромное, Елена. Нам привезли корм для щенков. Да, для щенков, да, да, маленький, мелкий. От компании «Регион», да? Да. Спасибо огромное, благодарим. Купила корм от Натальи. Наталья, спасибо огромное. Мы сегодня получили подарки от компании Pet Line. Вот тут такие игрушки, вкусняшки, расчески, лежанка и еще игрушки для собак и кошечек. Спасибо большое. Ольга передала корма для котиков сухие. Наконец-то она ко мне доехала. А вот и она сама. Ну, убегает. Ну, как так? Не-не-не-не. Вы же пример всем должны подавать. Спасибо, Ольга. Пока. Все, пока. Значит, Витам 10 штук. Катазал 8 штук. И препараты от гельминтов. Исключительно для кошек. Это для собак. Большая дозировка. Крошечных. Ну вот было 4 упаковочки, ну совсем крошечных, щадящие для котят и щенков. Препарат. Это от блох и клещей. Не знаю, это мне рекомендовали в аптеке. Катазал дорогой, конечно. Катазал 1000 с чем-то рублей стоит. Поэтому такая цена высокая. Везу посылку в приют. Вот, удалось купить 25 ведер, 23 тазика, еще тут 6 корыт, посылка от Алены, мыло, моющие средства для тела, немного сухого корма, она передала консервы для щенков. И вот еще упаковка консервов под ведрами.